Play Ventura – это 20 тысяч квадратных метров, 2 этажа и более 300 видов аттракционов. Парк в Европе станет одним из крупнейших крытых парков развлечений в России. Посетителей ждет настоящий тропический остров. Жемчужиной будет самый популярный в мире аттракцион – американские горки. Их совместят с водными. Такого в нашей стране еще нет. Максимальная высота – 18 метров, длина трека – более 550. Настоящие приключения готовит пиратский корабль. Он разместится в центре парка, в озере площадью 600 квадратных метров. Игровой лабиринт, качели, карусели, детские площадки для самых маленьких, трассы веревочного парка и уникальный аттракцион свободного полета «Ролл-глайдер». Для покорителей высот построят профессиональный спортивный скалодром. Здесь же предусмотрен батутный центр, лазертаг, автодром и развлекательные аппараты. Мы не принципиально не стали ставить экстремальные аттракционы. Все рассчитаны на семью с детьми, либо молодую пару, которым комфортно, приятно будет покататься как на американской горке итальянского производства, так и на впервые в России на водной горке. Отдохнуть и душой, и телом можно будет в семейном активити-парке. Это трехэтажный лабиринт площадью 4500 квадратных метров и свыше 30 аттракционов для детей всех возрастов. Настоящим чудом света и гордостью курского парка Play Ventura станет дом с привидениями, 3D-декорации и полное погружение в реальность. Проект уникален не только для нашего региона, но и для всей страны. Аналог есть только в знаменитом Диснейленде. Еще один приятный эксклюзивный сюрприз – кинотеатр IMAX. Для гурманов 4 ресторана и фудкорты с мировыми именами. Чтобы воплотить мечты о незабываемом отдыхе в реальность, группа компаний «Промресурс» только в парк аттракционов инвестировала более 2 миллиардов рублей. Открытие второй очереди шопинг-центра «Европа» запланировано на третий квартал этого года. Ирина Шашкова, Андрей Дегтярев, телеканал «Сейм».